Почти 75 лет прошло со дня окончания самой кровопролитной войны в истории человечества – Великой Отечественной 1941-1945 годов. Многие участники войны ушли из жизни, так и не узнав, что были награждены заслуженными орденами. Указ о награждении Ушанги Басария орденом Красной Звезды был подписан еще в 1942 году, а указ о награждении Арзамета Тания – в 1946. И вот, наконец, награды нашли своих героев. Достаточно открыть абхазскую биографическую энциклопедию, и там можно найти десятки имен представителей ваших фамилий. Это народные артисты Абхазии, это поэты, это писатели. Но сегодня мы чествуем представителей воинов ваших семей. Дорогие друзья, разрешите от имени посольства и от всех россиян низко поклониться вам за ваших родителей. Большое вам спасибо. Орден Красной Звезды был учрежден для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время. Это исключительно боевой орден, которым награждают за особую храбрость и героизм. Сегодняшнее событие стало возможным благодаря неустанной работе российского посольства и Министерства обороны России по поиску участников Великой Отечественной войны из Абхазии, которые были награждены, но так и не получили заслуженные награды. Сегодня ордена героев Великой Отечественной войны были вручены их потомкам. В конце прошлого года моему дедушке Басария Ушанги Карамановичу было присвоено звание Героя Абхазии указом президента, ввиду того, что в свое время по субъективным обстоятельствам ему не было присвоено звание Героя Советского Союза, которым он был представлен командованием. Эта череда событий является поводом для радости и гордости не только нашей семьи и родственников, но и всего народа Абхазии, поскольку это факт торжества исторической справедливости. Мы сегодня, принимая удостоверение к этому ордену, будем надеяться, что орден тоже когда-то появится, мы будем навечно хранить как память о своем отце, который героически сражался в рядах советских воинов за защиту нашей Родины. Несомненно, такое событие останется в памяти на всю жизнь, и история подвигов дедов и прадедов не будет забыта.